Итоги второго этапа федерального проекта «Наблюдатель» подвели в торгово-промышленной палате Нижнего Новгорода. Участники форума обсудили реализацию проекта в Нижегородской области и обменялись опытом обучения наблюдателей. В мероприятии приняли участие представители всех муниципальных образований региона. Проект «Наблюдатель» реализуется в регионе в рамках деятельности общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года. Всего проведено 185 обучающих двухдневных семинаров для кандидатов-наблюдателей из 59 муниципальных образований Нижегородской области. Всего обучение прошли более 8600 человек. С 11 июня 2021 года стартует третий этап проекта. Он продлится до 30 сентября и завершится подведением итогов и разбором ошибок. Это достаточно важно было. Это говорит о том, что в этом году мы проводили очень серьезную работу с наблюдателями. И они получили не только теоретический курс, но и играли мы с ними в ролевые игры, которые могут быть на избирательном участке, поскольку кампания в этом году будет и федерального, и регионального уровня, и, скорее всего, достаточно сложная. Поэтому чем отличаются наши выборы в этом году, обучение наших наблюдателей от предыдущих выборов? Мы начали обучение наблюдателей в этом году очень рано, для того, чтобы все могли осмыслить нашу работу, нашу программу, а могли подготовиться, если кому-то было недостаточно. Полностью картинки из жизни разыгрывались. И это было очень полезно, потому что особенно для людей, которые никогда не принимали участие в выборах, посмотреть, как это будет в реальности, не просто как в книжке написано и как в законе написано. Я думаю, что это было здорово.